Нам столько домашки задали, это просто охренеть. Проверила. Угу. Ладно, еще до вторника это все. Есть время. Что задали? Короче, ну есть разные планы съемок. Ну вот, есть общий план, есть дальний план, есть ближний план. Есть первый, второй и детали. Это насколько близко ты снимаешь, получается. Поняла, да? Yeah. Насколько близко человек там. Ну, первый план это, допустим, он вроде по пояс идет. Второй план это там, чтобы у него просто грудь влезла. Близкий план это когда его лицо. Вот. Снять 6 роликов, чтобы его получить, ну, чтобы были все 6 планов. Mm-hmm. Ну и там сделать всякие переходы, экспозиции, и, ну, чтобы это было прям со всеми настройками. Вот. Я вчера шла, такая думала, что бы снять. Ну, понятно, что, ну, этого, конечно, не было. Ну, он хочет посмотреть вообще, как мы это все заснимем. И, ну, мне бы хотелось какой-то идеей заснять. Я думала... Предлагаю взять волну и сделать эмоции. Эмоции? Да. Закрывай.